Друзья, всем привет! Сегодня мы будем решать задачи на тему координаты, то есть декартовых систем, но будем решать с помощью векторов. Это одна из самых важных тем, поэтому берите свои листочки и запишите все решения задачи вместе с условием, потому что это очень важно. Во всех задачах я буду объяснять все ходы решения. Думаю, вы будете записывать все это. Смотрите. Найдите на оси координат точку, равноудаленную от точек минус 1 и 1 и 3 и 5. На оси ординат. Вообще, что такое ордината? Смотрите, x — это абцисса, y — это ордината, и еще z есть. Это аппликата называется. Аппликата, короче. Но это тут не важно, потому что мы в двумерном проходим сейчас. Точнее, не проходим, а решаем. Смотрите. На оси ординат есть некая точка А. Хорошо? У него координаты 0 и y. Почему? Потому что x принимает 0, а y какое-то значение принимает. Из-за этого в ответе вместо x 0 стоит. Если бы я вот тут брал, то у него координаты x и y были бы. Потому что x тут нулю не равен. А вот тут, если говорится на оси ординат, значит там x 0. Если на оси абсциссы, то тут уже y 0 будет. X и 0 тут координата. Окей? Теперь, смотрите, у нас есть точка минус 1 и 1. Вот тут какая-то точка B, у нее координаты минус 1 и 1. И какая-то точка C. 3 и 5. Хорошо? Равноудаленные от этих двух точек. Значит, расстояние между АВ и АС, они равны, потому что это равноудаленные. Значит, АВ, его длина, вот, модуль, это означает, что длина равен BC, а то есть АС. Вот тут С обозначу. АС. Вот у меня алгоритм появился. Я сначала нахожу АВ, нахожу его длину, потом АС нахожу, и потом нахожу его длину, и их приравниваю, значит. Смотрите, почему именно векторы? Если дается координаты, вот координаты дается, да? То есть сначала всегда вектор формируем. То есть вектор, потом его под модуль берем. Модуль — это означает, что его длина. Смотрите, как найти АВ? Мы от точек формируем вектор сначала, вот вектор сформировали. От второго, от B отнимаем А. От второго отнимаем А. Если АД пишется, от D отнимаем А. Если АК пишется, от К отнимаем А. От второго отнимаете, короче. Запомните. То, что пишется вторым, от этого отнимаем первое. Значит, от минус одного, вот, от минус одного, отнимаю 0. Вот это 0 отнимаю. Ой, я написал точка запятой. От минус одного отнимаю 0. Точка запятой. Теперь от одного отнимаю y. Тогда это можно написать как тут минус 1 и 1 минус y. Хорошо, это AB. Теперь давайте найдем его длину, потому что я же должен длину найти, потому что это равноудаленное же. AB под модулем будет... Корень подставляете, вот это возводите в квадрат, складываете, второй возводите в квадрат. Тогда мы найдем длину. Почему так? Потому что, смотрите, тут можно сформировать теорему Пифагора. Это катет, и это катет. Когда мы отнимаем, мы находим катеты, это катеты. А длина — это всегда гипотенуза. Видите? Из-за этого теорема Пифагора будет. Корень единица в квадрате плюс единица минус... Ну, единица в квадрате — это единица, можно квадрат убрать. 1 минус 2y плюс y в квадрате. Также. Это равно... 2 минус 2y плюс y в квадрате. Это у нас длина AB. Теперь точно так же давайте найдем AC. Сперва вектор. Потому что, чтобы найти длину, надо формировать вектор. 3 минус 0. 3 будет, потому что от этого, от x отнимаю вот это. Потому что я C же вторым написал. От 5 отнимаю y. 5 минус y. Нахожу его длину. AC под модулем равно... 3 в квадрате 9
плюс вот это в квадрате. Это 25 минус 10y плюс y в квадрате. Также. Значит, АС будет 34 минус 10y плюс y в квадрате. Теперь я их должен приравнивать. То есть к этому равно. И вот это переписываю. 34 минус 10y плюс y в квадрате. Тут что мы можем сделать? Тут мы можем модули убрать. Думайте, что мы обе части возвели в квадрат. А что также можно обе части возводить в квадрат? Тогда y в квадрате сокращаются. Это сюда переходит 8y равно 32, y равно 4. Мы уже нашли. Значит, координата будет 0 и 4. И это совпало с ответом. Запомните, если точка равна удалена от двух точек, то вы их длины приравниваете. Почему? Потому что если равноудаленные, то расстояние между этими точками одинаковое. Раз это расстояние, значит длина. Вот алгоритм мы составили. Итак, мы решили. Какие из точек, тут указаны точки, А, 5 и 1, Б, 6 и 5, С, 6 и 6, Д, минус 6 и минус 2, лежат на окружности. Так, формула, то есть это у нас уравнение окружности, минус 5 в квадрате равно 65. Надо определить, какая из точек, из этих предоставленных точек, лежит на окружности. Чтобы это проверить, вместо x подставляете 5, то есть 5 плюс 2 пишу. Я а проверяю. 5 плюс 2 в квадрате. Плюс вместо y подставляю единицу. Единица минус 5 в квадрате. Равно ли 65? 5 плюс 2 это 7 в квадрате, 49. 4 в квадрате, 16. Да, это дает 65, из-за этого это входит, лежит на окружности. Короче, уравнение как бы должно выполняться. Левая часть должна быть равен правому части, правой части. Так, теперь 6 плюс 2 в квадрате плюс 5 минус 5 в квадрате равно. 6 плюс 2 – это 8 в квадрате, 64 будет. Плюс 5 минус 5 – 0. 0 в квадрате – 0. 64. А нам надо, чтобы вышло 65. Значит, это не лежит на окружности. Точно так же вы это можете проверить. 6 плюс 2 в квадрате плюс 6 минус 5 в квадрате. 8 в квадрате 64. Тут единица остается. Единица в квадрате 1. 65. Это тоже совпадает. Значит, это лежит. Следующее. Минус 6 плюс 2 в квадрате. Складываем минус 2 минус 5 в квадрате. Это равно чему? Это тут остается минус 4 в квадрате 16, тут минус 7 49. Это дает нам 65, значит это тоже лежит. Вот мы определили. Напишите уравнение окружности, у которой концы одного диаметра. Смотрите, вообще-то это есть окружность. Вот так наш. Где-то тут центр. Окей? Это x и y. Уравнение окружности, это каноническое уравнение, выглядит таким образом. Плюс y минус y0 в квадрате равно r квадрат. Что такое x0 и y0? Это центр, координат центра. Координаты центра, r это радиус. Радиус. Ну тут смотрите, перед x тут в формуле должно быть минус. Хорошо? Если координаты центра будет 2 и 3, то уравнение будет таким. X минус 2 в квадрате плюс y минус 3 в квадрате. Хорошо, равно, ну, радиус равен, допустим, 5. Равно 25. Если координаты центра будет минус 2 и минус 5, то уравнение принимает x плюс 2 будет. Складываем, y плюс 5 будет. Видите? Потому что в формуле должно быть минус, а у нас тут плюс. Это означает, что координата имеет отрицательное значение. Вот. Надо это понять. Ладно, тогда давайте вернемся к задаче. Концы одного диаметра находятся в точках минус 1 и 6. Вообще, что такое диаметр? Пусть тут будет 7 и 2, 7 и минус 2. По идее, это не 7 и минус 2, 7 и минус 2 где-то вот тут будет. Ну ладно, не суть. Минус 1 и 6.
Ладно, давайте нарисуем так, как задача говорится. Потому что если я сейчас соединю, это не будет похоже на диаметр. 7 и минус 2, окей? Диаметр, вот концы диаметра проходят через эти точки. Диаметр — это самая длинная хорда, которая проходит через центр. Справа радиус и слева же радиус. Значит, центр О является серединой этих двух точек. А как найти середину двух точек? Мы складываем x к x, складываем и делим на 2. То есть минус 1 у центра О, координаты x, y. Да? Как найти x? Это минус 1 складываем к 7 и делим на 2. Тогда 3 выйдет. Как найти y? Мы к 6 складываем минус 2, ну, отнимаем тогда, делим на 2, тогда двойка остается. Хорошо? Если даются две точки, чтобы найти середину, координаты x складывайте и делите на 2, координаты y тоже складывайте и делите на 2. Тогда я нашел центр, координаты центра. X минус 3 в квадрате плюс y минус 2 в квадрате равно. Теперь, как найти радиус? Радиус является вот длина. Радиусом является длина. Значит, чтобы найти длину, я должен сперва вектор составить. Хорошо? Допустим, это b пусть будет. Я должен найти вектор OB. Хорошо? Координаты O я уже знаю. Это 3 и 2. Это 3 и 2. Вот. Тройка и двойка тут. Вторым написал B. Значит, от B отнимаю O. Минус 1, минус 3. Минус 4 будет. 6, минус 2. Четверка остается. Теперь нахожу его длину. Как найти длину? Я в модуль подставляю, и это означает, что я под корень беру, и вот это возвожу в квадрат. 16 складываю, вот это возвожу в квадрат, 16. Корень из 32. Это у нас радиус. R квадрат же был в формуле, помните? R квадрат писал. Вместо R квадрат вот это подставляю, тогда корень сокращается, то только 32 остается. Хорошо? Все, мы нашли ответ. Следующее. Прямая задана уравнением 4x плюс 3y минус 24. Координаты середины отрезка AB, точки пересечения прямой с осями координат. Смотрите, есть какое-то уравнение. 4x плюс 3y минус 24 равен 0. 3y равен 24 минус 4x. Y равен... Почему я y нахожу? Чтобы определить, это возрастающий либо убывающий. Перед x у нас знак минус. Значит, прямая будет убывать в этом направлении, вниз будет уходить. В этих двух точках у нас идет пересечение с осями. Вот это я могу убрать. Хорошо? Потом. Точка А и Б, пересечение прямой с осями координат. Координаты точки А — это 0 и y будет. Координаты точки B — это x и 0. Почему 0 и y и x и 0, я это уже в первой задаче рассказывал. Значит, вместо x вы подставляете 0, 4 умножаем на 0. Вместо y подставляете y. 3y минус 24 равен 0. 3y равен 24, y равен 8. Хорошо? Это 0 и 8 тогда будет тут. Это выбираю, 0 и 8. Пересекает ось ординат в точке 0 и 8, значит. А чтобы найти x, я 4 умножаю на x, теперь вместо y 0 подставляю. 3 умножаю на 0. Тогда 4x равен 24, x равен 6. Тут сказано, 6 и 0 будет. Теперь нам надо найти координаты середины отрезка. Надо найти середину. Середину как k обозначу. Как найти середину? X плюс x делено на 2. 0 плюс 6, 6 делим на 2, 3. 8 плюс 0, 8 делим на 2, 4. Я нашел координаты середины. В треугольнике ABC с вершинами в точках проведена медиана AD. Смотрите, такая задача часто встречается. 2 и минус 1. B это минус 1 и 3. C это минус 3 и 1. Хорошо? Медиана AD. AD это медиана.
Какое свойство есть у медианы? Он делит противоположную сторону на две равные части. Значит, точка D является серединой BC. Как найти середину? Минус 1 складываем минус 3. Минус 4 делим на 2, минус 2. 3 плюс 1, 4 делим на 2, 2. Теперь мы должны найти длину. Как найти длину? Мы сначала формируем вектор. АД могу найти. АД вектор. Запомните, чтобы найти длину, да, если координаты дается, чтобы найти длину, всегда сперва составляем вектор. Только потом мы можем найти длину. От этого отнимаю вот этот. Минус 4 будет. 2 отнимаю минус 1. Тройка будет, потому что там 2 минуса плюс дает. И теперь я нахожу длину АД. 4 в квадрате 16, 3 в квадрате 9, 25, пятерка будет. Соответственно, совпало. В треугольнике ABC с вершинами в точках проведена средняя линия. А, Б и С. Вот это А, это Б, это С. Координаты А 2 и минус 3, координаты Б минус 2 и 3, координаты С 6 и минус 3. Средняя линия B1 и C1. Параллельно стороне BC. Видите, параллельно стороне BC. Вот средняя линия. Свойство средней линии является серединой, соединяет середину двух сторон. Значит, B1 является серединой AB. Значит, минус 2 плюс 2 – 0. 0 делим на 2 – 0. 3 минус 3 – 0. 0 делим на 2 – 0. Как найти C1? Это к 2 прибавляю 6, 8 делим на 2, 4. Минус 3, складываем минус 3, минус 6, делим на 2, минус 3. Я нашел координаты B1 и C1. Чтобы найти длину B1 и C1, я сначала должен вектор составить B1 и C1. От этого отнимаю вот это. 4 и минус 3 будет. А чтобы найти его длину, я под модуль беру и подставляю под корень. 4 в квадрате плюс 3 в квадрате. Тогда 5 выйдет. Совпало с ответом. Нам надо составить уравнение прямой. Если точка А 5 и минус 3, точка Б минус 1 и минус 2. Вообще-то вы в планиметрии проходили аксиомы. В одной из них сказано, что чтобы составить уравнение, достаточно двух точек. Мы эти две точки соединяем и получаем уравнение. Значит, с помощью этих двух точек мы можем составить уравнение. Как это составляется? Сперва формула. X минус X1, X2 минус X1 равно Y минус Y1, Y2 минус Y1. Если тут Z дается, то Z минус Z1, Z2 минус Z1. Ну, это если трехмерное будет. Хорошо? А так ничего не меняется. Что такое x1? Вам без разницы, какой из них первым брать. Давайте я вот это первым беру, а это вторым считаю. Значит, его координаты x1 и y1 его координаты. А его координаты x2 и y2. Смотрите, x минус x1 написано в формуле. X минус 5 подставляю. X2 это минус 1. Отнимаю x, и x1 это 5. Y минус, минус 3 плюс 3 будет. Y2 это у нас минус 2, минус Y1 это минус 3, плюс выйдет тут 3. Тогда X минус 5 делен на минус 6 равен Y плюс 3 делен на единицу. Пропорция. X минус 5 равен минус 6Y минус 18. X плюс 6Y плюс 13 равен 0. Я это сюда перевел. Совпало с ответом. Нам надо найти точку пересечения прямых, заданных уравнениями. Как мы можем найти точку пересечения? X плюс 2Y плюс 3 равен 0, 4X плюс 5Y плюс 6 равен 0. Точка пересечения, если надо найти, то из них составляем систему. То есть, вот первое уравнение, вот второе, вторая прямая. Пересечением является общая точка, которая принадлежит и к первому уравнению, и ко второму уравнению. И к первому, и ко второму. Как мы можем это определить? Первое уравнение я могу умножить на минус 4. Тогда что получится у нас? Минус 4х минус 8у
минус 12 равен нулю, 4х плюс 5у плюс 6 равен нулю. Их складываем, чтобы от иксов избавиться. Тут минус 3у минус 6 равен нулю, 3у равен минус 6, у равен минус 2. Видите, в ответе вместо у минус 2 стоит. Вот этот минус 2 берете и подставляете либо сюда, либо сюда. Давайте я в первое уравнение подставлю. Х плюс 2 умножаю на, вместо у минус 2 подставляю, плюс 3. Это равно. Равно нулю, точнее. Х минус 4 плюс 3 равен нулю. Х равен 4 минус 3 и 1. Значит, точка пересечения единица и минус 2. Это совпало с ответом. Найдите х, если расстояние между точками А и Б равно 2. Как найти расстояние? Сперва вектор формируем. АБ вектор. От Б отнимаю А. Х минус 2 и 1 минус 3 это минус 2 будет. А его длина? Длина его. Это х минус 2 в квадрате плюс минус 2 в квадрате 4 будет. И эта длина равно 2, потому что в задаче равно 2 сказано. Обе части возводим в квадрат. Вот этот квадрат не сокращается. Тут будет x квадрат минус 4x плюс 4 плюс 4 равен 2 в квадрате 4. Сокращается. Тут что мы можем сказать? X минус 2 в квадрате равен нулю, x равен 2. Все. Ответ. Двойка с ответом совпала. В треугольнике ABC. Вот, А, Б и С. Это у нас А, минус 1 и 2. Это Б, 5 и минус 10. А это С, единица и минус 2. Проведена средняя линия А1, Б1, параллельная АБ. Параллельная АБ, значит, вот так проходит. Это А1 и Б1. Так как средняя линия, я сначала должен найти координаты А1. К этому складываем вот этот 0 делим на 2, 0. 2 минус 2, 0 делим на 2, 0. Теперь b. 5 плюс 1, 6 делим на 2, 3. Минус 10, минус 2, минус 12 делим на 2, минус 6. Хорошо? Составьте уравнение прямой, содержащей среднюю линию. Это означает, что с помощью средней линии мы должны составить уравнение прямой, которое проходит через эти две точки. Потому что прямая же вот так проходит. Хорошо? Как найти уравнение? Ой. Давайте белый беру. Х минус. Давайте вот этот. Вот этот первым посчитаю. Вот, точку А. Х минус 0 делим 3 минус 0. Потому что х2 минус х1. Формулу мы уже писали. Y минус 0 минус 6 минус 0. Тогда х на 3 равно y на минус 6. 3y равно минус 6х. Можно на 3 поделить, тогда y равно минус 2x. Минус 2x просто они сюда перевели. Y плюс 2x равно 0. Соответственно, совпало. Напишите уравнение окружности, если дан ее центр точка O и точка A на окружности. Центр – это минус 1 и 2. Значит, это же координаты центра. X минус минус 1 в квадрате плюс y минус 2 в квадрате равно r квадрат. Значит, надо найти радиус. А это у нас 0,5. Как найти радиус? Радиус это будет длина вектора ОА. Почему? Смотрите, это центр О. На окружности взяли точку А. Значит, центр, если соединить с любой точкой, получится же радиус. Из-за этого я так беру. Значит, сперва вектор сформируем, давайте. Без модулей. Сперва вектор. 0 отнимаем минус 1. Это однерка будет. 5 минус 2, 3 получится. Значит, чтобы найти ОА, длины ОА, значит, корень будет вот это в квадрате 1, 3 в квадрате 9. Корень из 10. А тут возводим в квадрат, просто десятка будет. Тут минус 1 и минус 1 будет плюс. Х плюс 1 в квадрате плюс у минус 2 в квадрате равно 10. Соответственно, совпало. Теперь 12-я задача. Тут сказано, что надо найти уравнение прямой, которое проходит через точку, через заданную точку, и является параллельной прямой. Смотрите,
Наша прямая проходит через точку А, у него координаты 2 и минус 3, и параллельно прямой 2х минус 5. Смотрите, если две прямые параллельны, у первого же k1 есть, у второго тоже k2 есть. То есть y равно kx плюс b же, это уравнение прямой. Y равно kx плюс b. Если они параллельны, то их k коэффициенты, то есть угловые коэффициенты, будут одинаковыми. Хорошо, они равны между собой. Если это параллельно. Если две прямые перпендикулярны между собой, то их произведение, если не ошибаюсь, равно минус 1. Хорошо, вот это свойство есть. Но в нашем случае мы их просто приравниваем. Смотрите, я должен найти k из этой прямой. Вот, k равно 2. K равно 2. Значит, в уравнении, которое параллельно к этому уравнению, тоже k будет 2. Y равно 2. И что-то будет. Хорошо? Проходит через точку вот эту. Значит, тут kx плюс b же, да? Значит, x минус 2 пишу. И тут y минус, минус 3. Y плюс 3 будет тут просто. Y отнимаем, минус 3. Если дается точка, если дается, смотрите, если k дается, то вы просто можете 2 умножить на x минус x0, а тут y минус y0. Y0 и x0 — это точка, через которую проходит наша прямая. Вот, сразу вот так подставляете, запомните этот метод. Тогда будет y плюс 3, 2x минус 4. Тогда 2x, y сюда переведем, минус y, минус 7 равно 0. С ответом совпало. Следующее. Надо определить вид треугольника ABC, если А это минус 2 и 3. Ну, смотрите, вот, дан треугольник. Это А, минус 3 и минус 2. Вот это Б, единица и 4, а это С. Минус 5 и 0. Хорошо? Теперь, ну, тут в ответе сказано, что равнобедренное. А как мы можем узнать, что это равнобедренное? Значит, мы должны найти длины сторон. Сначала давайте найдем длину стороны АВ. Значит, формируем вектор АВ. Чтобы найти длину, мы сначала же вектор формируем. От единицы отнимаем минус 3. Тогда 4 получится. От четверки отнимаем минус 2. Тогда шестерка будет. И теперь АВ, то есть под модулем, то есть его длина. 4 в квадрате 16, 6 в квадрате 36. И это равно 2, 52. Корень из 52. Это длина стороны АВ. Теперь давайте найдем BC. От С отнимаю B. То есть минус 5, минус 1, минус 6 и минус 4. Теперь нахожу длину BC. Это будет корень. 6 в квадрате это 6 плюс 16 равно 52 тоже. Вот эта сторона тоже 52. Теперь давайте АС найдем. АС вектор. Сначала минус 5 отнимаем. Минус 3, минус 2 и 2. А его длина АС 2 в квадрате 4 плюс 4. Корень из 8. Да, мы определили. Вот видите, вот, боковые стороны равны. Значит, это равнобедренные. Составьте уравнение прямой, содержащее точку. Нам надо найти уравнение прямой, которое проходит через вот эту точку, 7,5 и 8,5, и точку пересечения прямых. Вот даются две прямые. Как найти точку пересечения? Чтобы найти точку пересечения двух прямых, мы составляем систему. Вообще-то, почему составляем систему? Потому что, вот, допустим, это наш x и y. Чтоб суть поняли. Вот первая прямая, вот вторая прямая. Там, где пересечение будет, у них общие координаты. Мы просто эти координаты находим. Вот эти координаты находим. А их мы можем найти, если вот эти координаты удовлетворяют и первое, и второе условие. Тут можем и складывать, можем. Тогда 2х минус так, 7 равно 0, 2х равно 7, х равно 3,5. Сюда я могу подставить его. 3,5 минус y плюс 1 равно 0.
y равно 4,5. Значит, я нашел, допустим, А. Точку А, это будет 3,5 и 4,5. Значит, я должен найти уравнение прямой, которое проходит через эти две точки. Как я могу это найти? X минус, давайте вот этот первым, а нет, давайте вот этот первым буду считать, а это вторым, потому что вот этот мне легче будет. 7,5 минус 3,5. Мы это уже составляли, такое уравнение. Y минус 4,5. 8,5 минус 4,5. Тогда x минус 3,5, а тут остается 4. Y минус 4,5, тут остается тоже 4. Четверки сокращаются. X минус 3,5 равно y минус 4,5. Тогда они что сделали в ответе? Y сюда перевели. X минус y. Вот это тоже сюда переведем. 4,5 минус 3,5, единица остается. Да, с ответом совпало. На оси у y найдите точку. Смотрите, вот наша система Декартовых, Декартовая система координат. На оси у y где-то тут мы должны найти точку. Точка B. Его координата 0 и y будет. Хорошо? Равноудаленную. Где-то тут а есть. Его координаты минус 8 и минус 4. И от начала координат. О, 0 и 0. Значит, вектор АВ, точнее, длина вектора АВ, равноудаленную уже, значит, расстояние, равно длине вектору БО. Хорошо? То есть, вот это расстояние равно вот этой расстоянии. Теперь, что мы можем еще сделать? Значит, формируем вектор АВ. Это будет B минус А. 0 минус минус 8 будет 8, и Y плюс 4. А его длина 64 плюс y плюс 4 в квадрате. Хорошо? А теперь давайте БО найдем. Или можем ОБ написать. Ну, без разницы. БО давайте найдем. Значит, от О отнимаю Б. 0 минус 0, 0 и минус y. А его длина БО под модулем будет корень из y в квадрате, потому что 0 в квадрате 0 плюс y в квадрате. Тогда y остается. Хорошо? Просто вот это возводите в квадрат, и вот это возводите в квадрат, и под корнем. Тогда y будет. Проверьте, если что. Теперь корень 64 плюс, вот это раскрываю, y в квадрате плюс 8y плюс 16 равно y. Обе части возводим в квадрат, чтобы избавиться от корня. y квадрат плюс 8y плюс 7, 80 равно y в квадрате. y в квадрат сокращается. 8y равно минус 80. y равно минус 10. Значит, тут будет 0 и минус 10. И это совпало с ответом. Следующее. Составьте уравнение окружности, зная, что она касается оси ox в начале координат. Ox касается в начале координат. Вот тут. И пересекает ось ой в точке 0 и 4. Ну, вот так проходит. Хорошо? Это означает, что тут точка пусть B будет, да? Его координаты 0 и 4, да? А вот эта линия, которая вот эта прямая, это и есть диаметр. Значит, его радиус будет где-то посередине вот тут. Да? Точка O это будет 0 и 2. То есть я нашел координаты точки О, то есть центра нашел. Значит, x минус 0 в квадрате плюс y минус 2 в квадрате равно... А диаметр, если четверка будет, то радиус двойка. 2 в квадрате. X в квадрате плюс y минус 2 в квадрате равно 4. Совпало с ответом. Найдите координаты четвертой вершины прямоугольника. Смотрите. Такая задача является очень популярной и часто встречается. А, Б. А, это прямоугольник. Сори, сори. Я параллелограмм нарисовал. А, это минус 1 и минус 1. Б это 2 и 4. С это 7 и 1. Д надо найти. Х и Y пусть будет. Хорошо? Нам надо найти сумму x плюс y. Сумму этой вершины. Смотрите. Данный метод идет, если будет прямоугольник или параллелограмм будет. Неважно, хорошо? Данный метод идет
к двум этим фигурам, прямоугольник и параллелограмм. Что мы можем сделать? Мы можем соединить АС. Потому что, смотрите, у прямоугольника, еще и параллелограмма, какое свойство есть? Есть свойство. Диагонали пересекаются в точке О и делятся пополам. Значит, вот эта точка О является серединой А и С. Точка О является серединой АС. Понимаете? Серединой АС является. А как найти середину? Мы к этому складываем вот этот 6 и делим на 2. 3 будет. Минус 1 плюс 1 – 0. 0 делим на 2 – 0. Теперь точка О одновременно является серединой B и D. Значит, 2 плюс X, то есть вот это мы складываем вот это, и деленное на 2, является тройка. Видите, вот к X прибавляю X и делю на 2, тройка выйдет. Тогда я могу 2 плюс X равно 6, X равно 4. Точно так же со вторым можем сделать. 4 плюс Y деленное на 2 равно 0. Тогда 4 плюс Y равно 0, Y равно минус 4. Я нашел координаты точки D. Это будет 4 и минус 4. Хорошо? Если это трехмерный будет, допустим, тут тоже Z есть, да, то просто суть не меняется. Просто Z тоже складывайте и делите пополам. Хорошо? И их складываем теперь. 4 минус 4, 0. Соответственно, совпало. Найдите угловой коэффициент прямой AB. А, нам надо найти... Сначала мы можем уравнение составить, которое проходит через эти две точки. А это минус 1 и 2. А B пусть будет 1 и 5. Хорошо? Пусть я посчитаю это первым, это вторым. X минус вот это, ну плюс 1 будет. И 1 минус вот это, плюс 1. Y минус 2, 5 минус 2. X плюс 1 на 2 равно Y минус 2 на 3. Пропорция. 2Y минус 4 равно 3x плюс 3. 2y равно 3x плюс 7. Y равно 3 вторых x плюс 7 на 2, 3 и 5. Коэффициент, который перед x является k. Это и есть угловой коэффициент. 3 вторых. Совпало. Даны точки. А, Б, С. Надо написать уравнение прямой, содержащее медиану CM. Вот эта задача тоже популярна, так что смотрите. Главное, суть поймете, и все. B это будет 2 и 0, C это будет минус 2 и минус 3. Нам надо найти уравнение прямой, содержащее медиану. Значит, сначала найдем медиану CM. Вот, медиана M. Ну, пересекает точки M. Какое свойство есть медианы? Медиана делит сторону пополам. Значит, точка M является серединой AB. А как найти координаты середины? Значит, вот это плюс вот это. 0 будет, делим на 2, 0. 3 плюс 0, 3. Ну, 3 вторых будет тут. Хорошо? И делим на 2. Складываем координаты и делим на 2. Теперь надо найти уравнение прямой, которое проходит через две точки. Вот. Точку О, а точку М и через точку С. Смотрите, до этого у нас был как бы через А и через Б. Мы нашли уравнение, которое проходит через эти точки. Теперь найдем просто через С. Минус 2 и минус 3. И прямая, которая проходит через B. 0 и 3 вторых. Понятно? Это будет x минус... Давайте вот этот первым посчитаю. X минус минус 2 плюс 2 будет. И 0 плюс 2. Равно y плюс 3 и 3 вторых плюс 3. Надо вот это уравнение найти. Тогда x плюс 2 деленное на 2 равно y плюс 3 деленное. Сюда двойку даю. 2 на 3, 6. 6 плюс 9, 3, 9 вторых. Хорошо? Теперь двойка поднимается наверх. Тогда x плюс 2 деленное на 2 равно 2y плюс 6 деленное на 9. Я просто двойку вверх отправил. Теперь пропорция. 4y плюс 12 равно 9x плюс 18. Тут перед x, плюс, значит, y туда отправили. Смотрите, 9x минус 4y плюс 6 равно 0. Да, совпало с ответом. Напишите уравнение окружности, касающееся осей координат в точках, ну, вот этих точках. Смотрите.
осей координат в точках минус 3 и 0. Где-то тут минус 3 и 0. И 0 и минус 3. 0 и минус 3. Вот так проходит наша окружность. А, тогда центр вот тут лежит. В ответе не так. Значит, смотрите, если я так нарисую, то касается в двух точках же, а в задаче указаны только по одной точке. Значит, так не проходит. Задача проходит через одну точку. Значит, вот так будет. Хорошо? Значит, вот это будет радиусом, вот это тоже радиусом. Так как касается, радиус составляет 90 градусов, да? С этой касательной. Радиус 3, 3. А тут r квадрат, из-за этого девятка. Теперь найдем центр. Это минус 3 и минус 3 будет. Все, центр тоже нашли. Значит, x плюс 3 в квадрате. Вот, центр сюда подставляю. y плюс 3 в квадрате равно 9. Почему 9? Потому что радиус 3 возводим в квадрат. Друзья, на этом задачи закончены. Всем спасибо за внимание. С вами был я, Акжол Князев. Думаю, вы поняли задачи, которые мы сегодня решили. Я вам всем желаю всего хорошего, чтобы вы набирали прям самые-самые высокие баллы, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы не болели, и чтобы достигали своих поставленных целей, и чтобы у вас мечты сбывались. Всем спасибо за внимание, всем пока!